Утро доброе. Хотела быстренько, тихонечко собраться и поехать на рынок, пока мои детки спят. Ну, да, кто-то проснулся, и теперь надо будить еще кого-то, чтобы присмотрели за тобой, да. Вот хочу съездить купить клубники, потому что днем ее уже потом не купишь. Вот, поэтому сейчас Машулю, наверное, тоже разбужу, чтобы она с Димасиком побыла. А я быстренько хочу купить клубнички, потому что мы ее как-то еще не наелись за этот сезон. Как-то такое впервые на самом деле. Вот, так что, да. Бартик еще такой сонный у меня, да. Да, щечки красненькие. Все равно жарко, несмотря на то, что прохлада вечерком и ночью, конечно, приходит, но жарковато. Вот. Это мой жарчик мой. Вот, все, не буду тянуть время. Поехала я за клубничкой, пока все не разобрали самую лучшую. Как же здорово на улице утром, слушайте. Еще не такая уж и жара, но птички поют, солнышко светит. Классно, еле вырвалась, потому что Димасик все-таки плачет. Вот, ну ничего, я постараюсь очень-очень быстро. Вернулась я очень быстренько, купила и клубнички, малинки чуть-чуть купила, и черешни. Ну так, деткам, я в принципе небольшой любитель, вот, так что, ну выбора клубники на самом деле практически нет, вот в трех местах только продавали, и в одном из них я взяла. Так что сейчас деток будем подымать, завтракать, наверное, овсяночкой будем с клубничкой, с бананом, я думаю, идеальный вариант. Вот, так что и по плану сегодня хочу поснимать постельное детское, пылесосить все их матрасы, под матрасами, под кроватями. Может быть, как-то затронуть шифонер, потому что, ну, вообще не сами вещи свои перебирают, конечно же. Вот, поэтому, ну, не знаю, что-то надо, лето проходит, уже практически, да, в разгаре. Поэтому нужно что-то просушить, подушечки, может быть, положить, там, знаете, одеяло посмотреть, перебрать. Ну, обувь всякую пересмотреть, потому что мы иногда действительно забываем, что у нас есть, чего у нас нет. Вот, поэтому сейчас перемою то, что есть вкусненькое, так что позавтракаем и будем заниматься великими делами. Купила вот такой вот желтенькой черешенки, ну, знаете, так, чтобы, ну, я больше желтую люблю, чем красную. Вот, поэтому сейчас помоем, так, чтобы она была уже намытая. Вот такую вот малинку огромную, посмотрите, какая она большая, класс тоже. Я думаю, Димасику будет интересно, он еще не пробовал малинку. Ну, и, конечно же, клубнички взяла. Так, чтобы, знаете, уже от души накушаться. Такая, знаете, ну, домашняя, знаете, не вот эта с плантации, которая бывает внутри гнилая или еще какая-нибудь неинтересная. То есть это такая классненькая домашняя клубничка. Вот. Так что вот такая вкуснятина сегодня у нас. Переодели мальчика, чтобы, знаете, не жалко было футболку замурзать в маленькую клубничку. Ну, ничего так. Да, тебе понравилось? Да. Бери малинку. Какие эмоции выставляете? Как же вкусненько. Какая вкуснятина, скажи, да? Как вкусненько. Как же вкусненько. Маму хочет накормить, да? Так что кушайте ягодки, скажи, да. Кушайте ягодки, набирайтесь витаминчиков. Надо туда. Кушай, Дим. Вкусненько. Сегодня вот такую вот кашку овсяную буду готовить. Как раз мне она больше всего нравится на сегодняшний день, наверное. Вот.
Она мелкого помола, вот такого вот. Поэтому ягодки сейчас добавим. Ну, вернее, в конце уже добавим. Малинку, клубничку, бананчик. Ну и все, наверное. Вот, так что и вам тоже приятного аппетита. Ну, мальчик, в принципе, оказался небольшим любителем ягодок. Ну, ничего, я думаю, он распробует. Черешни так ничего у нас получается. Мы ему вот так вот, знаете, намыли. Вкуснотень намыли. Да, но придется... Вот, он любит со своей тарелочки. Да? Да, правильно, неправильно ему положили. Вот, девчонки, кушайте. Все, будем собирать по всей квартире, скажи, да? Да? И запивать лимонадом. Закончился. Вкусненько, как вкусненько. Ай, вкусно. Ай, как вкусненько. Ай, как вкусно. Кто этот балуется? Кто этот балуется? Да. Вот так вот. Да. Вы понимаете, какие у нас масштабы расхламления сегодня, да? Выгребли все в шифонере. Вот одежды много. Но к одежде мы уже вернемся попозже, наверное, потому что нужно перебрать, что выросли, что не выросли, что кому кто куда влезет. Вот тут у нас коробки с обувью разные-разные. Тоже сейчас будем перемерять, что надо куда-то отдавать, сплавлять. Тут сразу матрасы с обувью. Вот тоже мы их пылесосим. Под матрасами пылесосим, естественно. Ящики сейчас, что сюда, какие игрушки поместятся. Потому что вот здесь мы храним всякие разные, то, что не используется каждый раз. Вот одеялка там, тоже надо еще чего-то напрессовать. Вот попылесосим как раз. Вот этой чудесной насадочкой отлично пылесосятся матрасики. Вообще мне так нравится. Так что сразу все попылесосим. Знаете, такое вот, что просушим, что постираем. Так что вот такая вот глобальная у нас уборочка. Пакетов много. Сейчас коробки какие подоставали. Будем сейчас пересматривать. Чудо-пылесос, просто огромная помощь. Так, одна половинка почти готова. Тут у нас зимние теплые вещи. Тут у нас футболочки Маша поскладывала. Практически идеально. Вот, тут освободили. Остались коробочки кое-какие пустые. Ну, знаете, я все не выбрасываю. Для того, чтобы потом, если обувь без коробочки покупалась, можно было сложить и была чистота и порядок. Вот, сейчас юбочки повесим на тремпелечек. Потому что я люблю, когда юбочки висят на вот этих, знаете, зажимчиках. И посмотрите, какие мы находки понаходили, какие огромные. То есть, вы понимаете, вот моя рука, да, какая огромная разукрашка. Конечно, девчонки тут уже, это еще после девчонок. Но я думаю, Диме тоже будет интересно. Тут еще есть над чем поработать. И вот такой вот английский тоже большой. Вообще классный. Тут еще просто можно... Ну, тут, по-моему, он даже не использованный совсем. Представляете? Ну так, наклеечки вклеивались, и все, класс. Английский будем учить. И вот такой, тоже юного художника. Такие классные штуки. Это такая развивашечка, которая учит рисовать. Вот видите, так по частям показывается, как рисовать муравья, стрекозу. И заодно можно разукрашивать. И, я так понимаю, вот, да, сказочки на эту тематику. Вот бычок у нас, как бычка нарисовать. Сказку. Соломенный бычок. Вот про лесу тоже, да. То есть это все такие народные сказки, вообще классно.
И мультяшки. Ой, здорово. Вообще, какая находка. Я думаю, Диме будет очень-очень интересно, познавательно. Тут и красочно, и можно карандашики наши любимые в руки. Вот сказка о рыбаке и рыбке. Прекрасно. И, как вы видите, да, ничего не испорчено. Можно работать, работать. Царевна лягушка. Просто находка у нас шикарная. Про зайчика. Это у нас про светлячка, наверное. Да-да, сказка про светлячка. Знаете, вот и сказки все написаны. Здорово. Классно. Сказка об индюке. Курочки. О, класс. Вот петушок. Сказка о золотом петушке. Слушайте, да тут можно все сказки пройтись. Классно. Будем. Такой огромный просто. Знаете, такой даже не легенький. Будем. Такие классные находочки. Это можно давать, мне кажется, карандаши в руки. Пусть девчонкам новые луки, образы нарисовывает. Я думаю, это будет интересно. Так, все, юбочки вот все соединила. Мне так вот намного нравится, когда они так все вместе видно. Во всяком случае, знаете, не на полочке лежат. Так, мы пока тут освободили, потом вот это вот спустим тоже вниз. Тут у нас оказалась полная свобода. Ролики, которые пока еще полежат, не знаю, тоже надо их куда-то определить, потому что там кое-какой момент нужно починить. Ну, так как мы этого не можем, то есть, возможно, люди с ручками, которые могут это сделать, и нужно кому-то, не знаю, пристроить их одним словом. Вот тут коробочек с коробочком, там какие-то туфли на будущее лежат, которые еще на Марусю большие. Вот, ну и все, сейчас еще кое-что сюда сложим, посмотрим. Так, ну и тут у нас, наверное, то, что на выброс. Ну, как на выброс, знаете, как не совсем на выброс, но отнести на мусорку поставить. А там народ, кому надо, тот, наверное, заберет. Такие сапожки, в принципе, не кожаные. Не знаю, это Сашкины, Машкины. Тут еще даже натуральная овчина. Вот, ну, не знаю, я думаю, что Димасу уже, наверное, не стоит. Хотя вот тут носки, видите, сбитые. Ну, еще есть какие-то, наверное, нюансы. Да, в принципе, как бы и ничего, носки сбиты. Вот, поэтому, ну, я бы сейчас, конечно, кожаные ребенку не купила, я бы купила с прорезиненным носком, да, такие водонепроницаемые, или как термосапожки, которые легкие, но при этом надежные. Вот, поэтому, не знаю, ну, сейчас посмотрим, подумаем, определимся, что с ними, куда, может быть, позвоню кому в деревню, отличный вариант, ну, по городу, я думаю, нет. Вот, туфельки тоже, которые заношенные, ну, как бы, знаете, как сверху они вроде ничего, вот тоже с носочками отличные, но уже никто у нас, все выросли, мальчику оставлять нет, тоже вот такие какие-то сандалеты, вот, которые сейчас вынесем, поставим, и пусть там, кому дело доброе, нужно, забирает. И тут у нас целый пакет разных чешек, сейчас будем перебирать, какие по размеру подходят, не подходят, потому что, знаете, танцы у нас у всех, чешки постоянно, поэтому будем сейчас смотреть, либо тоже пристраивать в добрые руки, либо вынесем уже там, кому нужно, тот будет их себе забирать. Вот, так что пока что вот так, вот, ну, все еще в процессе, мне кажется, одного дня это недостаточно все расхламиться, главное, что сейчас матрасы пристроить, застелить, так, чтобы уже тут сделать влажную уборочку, и частично уже все готово. Тут вот мы еще нашли вот эту корзинку поменьше, уже потом расхламим игрушки, вот, чтобы все перебрать, потому что вы видите, да, что эта корзина, ну, просто ее выбросить надо. Это немножко получше, да, она голубенькая с винксами у нас, но я думаю, ничего страшного, главное, что она поменьше, мы сюда уже берем то, что Димасу действительно нужно, и вот она будет меньше места занимать, во всяком случае. Поэтому до игрушек нужно добраться, потому что их тоже очень-очень много. Ну, я думаю, все сразу не получается, потому что сейчас надо Димасика укладывать и доубраться в комнате, чтобы девчонкам там можно было как-то функционировать. Девочки, у нас быстрый легкий перекус, но Дима выключает свет, простите. Не, вот, спасибо, родной. Банан, клубничка, йогурт там залили. Это так вкусно. Посмотрите, йогурт окрасился в розовый цвет. Это такая красота. Так что вот такой легкий перекус в жару. Это просто идеальненько.